теперь, друзья, посетим веб-отдел «Партизан» на Бардина 26-1. Веб-отдел «Партизан». Вот, сами все видели, что там за выпад, какие цены и так далее. Так что заходите, вот как раз можете видеть, сбоку находится этот отдел на первом этаже. Ну а сейчас мы, короче, посетим Johnny Vape на втором этаже в Сити Молле. Посмотрим их ассортимент. We'll be right back.
теперь мы посетили Johnny Vape в сети Моль на втором этаже. Вот. Сами видели весь ассортимент и так далее. Ну а теперь Dark Vape на Пионерской 52. Посмотрим. Посетили Dark Vape, находящийся на Пионерской 52. И, в принципе, со времен Easy Vape там мало что поменялось. Ассортимент примерно тот же самый. Ну а сейчас мы идем в Глобус, в отдел My Vape. Вот, у нас на него большие надежды, потому что отзывы были хорошие об этом отделе. Приятное общение, есть пробнички, то есть пока что фаворитов среди неизвестных вейп-шопов, ну или как, ну для меня неизвестных. Вот, идем дальше. А теперь зайдем в пароход, вейп-бар, на практику 4. Да.
короче, заходили в пароход, вейп-бар. В принципе, можно сказать, что это топ сегодняшней проходочки. Вот, я так думаю, что можно будет даже делать отдельное видео по этому вейп-бару. То есть там очень много фишек интересных. То есть помещение очень приятное, такое уютное. Ценники, скидочная система и все дела, то есть как бы очень прикольно. Так что на сегодня мы, скорее всего, закончим наши походы. Больше ничего интересного, я думаю, не будет.